Ненецкий региональный центр развития образования выиграл федеральный грант. 2 900 000 рублей будут направлены на развитие консультационного центра по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям и законным представителям несовершеннолетних детей. Средства федерального гранта будут реализованы в 2021 году на оказание консультационных услуг родителям, а также гражданам, желающим взять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, а также на дооснащение центра необходимым оборудованием. Это уже второй грант, который получил консультационный центр. Отметим, что грантовая поддержка регионам осуществляется в рамках национального проекта «Образование». Грант, он предусматривает собой создание таких консультационных центров на базе регионов. Да, то есть в данном случае мы понимаем, что это, конечно, и закупка оргтехники, и мебели, и заключение договоров гражданско-правового характера с теми людьми, которые будут оказывать услуги. Это не только психологи, логопеды, методисты, это и педагоги могут оказывать помощь. Да? Ну и разработка различной печатной продукции, методических материалов для наших граждан. Консультационный центр открылся в январе этого года на базе центра ДАР. За это время за психолого-педагогической и методической помощью в центр обратились более 8 тысяч жителей региона. Вопросы, с которыми чаще всего обращаются родители, касаются самых разных сторон воспитания. От организации режима дня до подготовки к ЕГЭ. Вопросы касаются адаптации в новых условиях учебы, да, и вопросы агрессивности детей очень часто возникают у родителей. Вопросы сдачи единого государственного экзамена, вопросы принятия ребенка в семью, какие могут риски быть, да, то есть какие документы собрать. Все эти вопросы поступают, и специалисты оперативно, будем говорить, решают по мере поступления эти вопросы. Консультации для граждан предоставляются бесплатно, как в очной, так и в дистанционной форме. По запросу родителей подбираются индивидуальные пакеты методических материалов в соответствии с возрастом ребенка. Александра Литкова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».